Для этих 20 семиклассников из села Кантаурово Борского района день особый. Во-первых, они принимают присягу. Во-вторых, место для торжественной клятвы знаковое – гербовый зал Нижегородской ярмарки. 12-летний Никита Зубанов выходит первым. Предварительно юноша заучил текст присяги наизусть. К середине церемонии все-таки приходится заглянуть в шпаргалку. Кадет не сбивается, все проходит идеально. Никита рассказывает, что мечтает связать судьбу с военным делом. Ему нравится, как проходит подготовка. Много всяких новых предметов, много занятий, больше физических подготовок. Идея создать кадетский класс в Кантауровской школе появилась год назад. Чтобы в него попасть, дети писали работы по военной тематике, изучали историю кадетства. Узнав, что присяга будет проходить в историческом месте, начали готовиться. Чувствовалось изначально волнение, но потом волнение все отошло. Готовились тщательно, хорошо. Все нюансы мы их исполняли. То есть все, чтобы было на высшем уровне. Кроме программы той, которая она есть в школе, они будут еще, естественно, заниматься и своей профессиональной подготовки к служению Отечеству. Председатель законодательного собрания Евгений Лебедев на церемонии вручает новоиспеченным кадетам удостоверение, поздравляет с принятием торжественной клятвы. Поскольку большинство воспитанников сельской школы впервые в гербовом зале, он приглашает детей посетить законодательное собрание, напоминая, что раньше в стенах второго корпуса Кремля располагался кадетский корпус графа Аракчеева. Теперь они точно проникнутся тематикой. Конечно, они подают хороший пример не только тем, что они стали кадетами, но, я думаю, и тем, что они будут делать, будучи кадетами, как они это будут делать. И это, наверное, сегодня самое главное, потому что вот эти ребята являются как раз вот той самой благодатной почвой, которая воспринимает рассказы о наших предках. Свяжут ли эти юноши и девушки свою судьбу с армией или начнут карьеру на гражданской службе – вопрос вторичной величины. Главное, теперь они пример для сверстников из родного села, обязанные соблюдать кодекс кадетской чести. Олег Лавров, Виталий Кудрявцев. Время новостей.